Еще в 1937 году, после того, как сгорел немецкий дирижабль «Гинденбург», считалось, что их эпоха была закончена. К тому же они были слишком медленными и обладали слабой маневренностью. А теперь авиакомпания Air Nostrum показала новые гибридные дирижабли Airlander 10, один из которых разогнался аж до 148 км в час. Эти наполненные гелием махины смогут нести до 10 тонн груза. Модель получит салоны на 72 или 100 посадочных мест. Прототип Airlander 10 использует двигатель внутреннего сгорания с реактивным топливом. К 2025 году планируется запустить гибридную версию, а к 2030-му перейти на полностью зеленые технологии, создав первый крупномасштабный авиалайнер в мире с нулевым выбросом.